Приветствую вас, зрители-воители, с вами Нуб в Кубе, я ошибаюсь, чтобы вам не пришлось. Продолжаем наше завоевание, 40-й день операции, сегодня мы будем обороняться. Что у меня тут по войскам? Вот. Ил-2, получается, у нас тут есть, с бомбочкой. Потерял я две пантеры в прошлом бою, по-моему, остался один тигр, и то его не хватило пополнить боезапас. Пришлось взять две ПЗшки, грузовик со снабжением будет там его пополнять сейчас. Здесь у нас, как всегда, арта моя 10-тысячно-звездочная, которая все вокруг уничтожает. Медики, вернее, инженеры там окопы рыть. Даже вот не хватило войска пополнить. Два комиссара, четыре отряда, вернее, три отряда танкистов, грузовичок для артиллерии. Здесь я чуть-чуть поменял. Здесь у меня будет пушка, флаг также. Тоже не хватило пополнить комиссар. Убрал я отряд моторизированной пехоты, поставил обычных гвардейцев. И вместо машинки запихал такой вот со снарядами, не знаю, как это назвать, прицеп. То есть у меня вот эта вот машинка развезет пушки по точкам, потом подхватит вот этот прицеп, и в сумме у них будет 2000 боеприпасов. Потому что в прошлом бою мне прям катастрофически не хватало. Вот эти пушки, танки, прям боеприпасы жрут тоннами. Ну, здесь у меня, как всегда, парашютисты. Чисто пехота нужна. Ну, здесь у меня флаг и одна пантера оставшаяся. Ну, его пополнить у меня хватило. Ну, что ж, приступим. Итак, начинается наш бой. Ну, здесь я более-менее знаю, с какой стороны... О-о-о, вот это подарок едет, с какой стороны враг нападает. То есть, так что оборону более-менее расположил. Так, пушечки, флаги мои. Так, давай. Чини, иди. Моего тигра. Так, здесь. Ага. Блин, надо было пополнить. Да-да-да, ага, все, спалили меня нахер. Ка загуслить хоть его успеть. Ух ты, рвануло. Там тигр, видать. У-у-у, красиво, красиво. Только писюны по стенам. Ага, все, тигр, тигр. Тигр спалился. Ни хрена, арта там гасит кого-то. Так, в бок башни, ну-ка. Да, в бок башни попало. Все, тигр. Тигр сдохен. А, у меня патроны кончились. Так, грузовичок. Грузовичок, дружок, давай сюда. Так. Так, 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 живем, живем, живем. Так, ага, все, живем нормально. Грузовичок снабжает снабжением. Так, давай. Давай сюда подъедем. Так. Ох, давай, я ж тебе что, окоп-то вырвал. Давай, 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 в окоп, в окоп. Так. Давай, тоже в окопчик. Так. Тут еще одну пушечку цепляем. Пантерка. Надо сюда. А, блин, боеприпасов нету. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее надо. Срочно патроны, патроны. Тут у меня комиссар, вот в доме сидит. Тут тоже в доме в бинокуляр смотрит. Ух, прям, не, когда знаешь, обороняться прям это, одно удовольствие. Ух, да, тут прям засаду устроили. Ну-ка, дострельным, дострельным. Сейчас мы его тут и оставим. Ух, все, давай, до свидания, до хаты. Арта, арта, арта. Где арта? Надо миномет подавить этот. Мне этот миномет не нравится. Да, грамотная оборона, залог победы. А тут у меня пехота не дает вражеской. Топ-пум. Ай-яй-яй. Так. О, блин, я задом наперед стою. Блин, блин, задом наперед. Покинуть танк, покинуть. Покинуть технику. Выбежали такие. Давай, сюда. Чини. Ни хрена они тут прут. Чё тут? Пантера. И там, вот люблю с немцами воевать. На тебе в башню.
Еще одна... О, господи, сколько тут пантер! Так. Рикошет лист только сняли. Так, ну-ка, под башню куда-нибудь. Попал? Нет, не попал. Сколько там техники прет! Господи, ну-ка. Попал, пробил, все. Так, еще одна пантерка. Загуслить надо, загуслить. Загуслили, гусля слетела. А так, нас давит, что-то давит. Гусля слетела. Так, где моя арта? Арта, что тут? Арта на полном у нас обеспечении. Тут жесть какая-то. Все горит, горит, горит огнем. Так, давай маленько сюда постреляем с арты. Блин, забыл, надо цепануть же эту. Давай, 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 давай. Цепануть и отвести тоже на правый фланг. Поехали, поехали. Так. Че, уже сожрал? Все. Нет, еще не сожрал грузовик. Так, пантера, блин, пантера, пантера. Горит, что ли? Пантера загорелась, блин. Профукал пантеру. Что-то я проморгал ее прям. Так, ну тут мы держимся. Панзер с этого фланга давай сюда, к тигру. Здесь как мы мой флаг-то не заметили, прям как-то это. Странно. Так, надо вот подавить вот эту пушку. Подавили пушку. И подавить пантерку вот эту. Вот так вот, сейчас мы ее... Нащупаем слабое место. Нет, рикошетит. Так, ну-ка, под днище тебе куда-нибудь. Тоже нет. Арта, да, бомбанула. Красавелла, красавула. Так, пантерка, ну-ка, заднюю часть корпуса. Нет, только движок. Все, там что-то загорелось аж. От арты. Ну-ка. Так, по-моему, пробил. Вот, а я знаю, там есть слабое место. Вот туда надо целиться, да. Да-да-да, пробивается туда, то есть. Видишь, в катки как бы хер, башню хер. А вот под днище, вот в это вот место, бьется она замечательно. Ну, такая вот скоротечная схватка, но, блин, такая насыщенная. Прям, люблю такое. Так, давай-давай, стопе-стопе, а тут ты сейчас там на все танки мои трофейные расколбасишь. Так, тут даже патроны у типов кончились. Так, тут арту зарядили, иди, вот заряди эти. Что нам оставили? Оставили нам... сдохла пантера, да? Тигр. Живой? Ну-ка, сейчас проверим, подожди. Тигр живой. Пантера живая, ПЗшка живая. Это херня живая, мардер. Даже эта ПЗшка живая, а вот эта пантера дохлая. Ну, в принципе, хорошие трофеи нам достались сегодня. Наступают, наступают, а мы тут с пулеметиков вас встречаем. Так, лечиться. Так, пополнили бы боезапас. И в окопчик, в окопчик. Раз, два, три, четыре пулемета. Да, пополняй. А, грамотно. Эту тут бросил сам сюда. Комиссарчики в бинокулярик палят. Так. Парни реку не перешли, остались лежать. Тут здесь, блин, задом наперед поехал. Ну, починил вроде, ПЗшку не потерял, да. Пантера все, да? Да, пантера все. Так, ладно. Где тут надо идти? Дожать их уже. Да-д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 а
Сейчас мы их там встретим. Ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать. Кто там такой хит? Шустрый ползет. А я тебя не достану, да? Не достану. Не вижу тебя. Залег, сволота. А, я тебя сейчас перееду, блин. Блин, шустрый какой. Ой, он гранату достал. Блять.
Минус панзер, ну хер с ним. Не так жалко. Где? Прячься за эту, с этой стороны прячьтесь. Залечь. У-у-у-у. Попали, короче, всех, весь остаток разом одним снарядом накрыло. Просто. Так. Ну что ж, я буду трофеиться. Тут это очень долго по времени займет. А с вами увидимся в следующем видео. Всем, кто вчера заходил на стрим, большое спасибо. Очень понравилось мне с вами общаться. Попозже, наверное, еще как-нибудь проведем. Ну, предупрежу заранее, то есть об этом. Всем спасибо, здоровья, счастья и пока. Прикол, пока я чинился, тут решил самолет наведаться к нам. Тот просто из ниоткуда такой этот опоздайка прилетел. Я тут уже все танки почти собрал. Починил их тут. Ну ладно, буду заканчивать, не буду ждать, пока он обратно полетит. А он полетит обратно? Где он там? Он покоцанный, кстати. Да, он покоцанный. Ладно, буду заканчивать на этом. Опоздун, блин.